Всем большой привет! Это вторая часть видео с монитором LG L1717S, который некорректно показывал картинку. Сначала был просто белый экран с полосами, затем после переделки схемы контроллера изображение появилось. После чего на тестах матрицы картинка была искажена и с помехами. Причиной предположительно стала микросхема тайминг контроллера. Давайте еще раз пройдемся по сопротивлениям линии LVDS. Один щуп я прикладываю к линии VIN, питание матрицы, другим поочередно прохожусь по линиям передачи данных. Как видно, сопротивление почти на всех линиях составляет 145 кОм. Но на этой резисторной сборке слева, на крайних ее контактах, бесконечное сопротивление. Так быть не должно. Наконец-то ко мне приехала микросхема тайминг контроллера. Это TL2245. И не одна, а целых две. Что ж, начнем выпаивать неисправную микросхему. Делать это нужно аккуратно, так как поблизости есть шлейф и матрица. После снятия микросхемы не забываем очищать пятаки от заводского припоя. Запаиваем новую микросхему. После запайки я проверяю ножки, проходясь по ним зубочисткой. Такую микросхему не всегда получается запаять с первого раза, не перегрев ее и все вокруг. Теперь давайте проверим, изменилась ли ситуация. Мой тестер включен в режим измерения падения напряжения. Теперь на крайних контактах, там где ничего не было, появилось падение напряжения. Отлично, можно включать монитор. Включаем. Изображение появилось. Осталось убедиться, что оно не осталось таким же искаженным, а изменилось и пришло в норму. Как и в прошлой серии, подключаю монитор к компьютеру и запускаю тест матриц. Этот круг теперь выглядит как нужно. Сравните сами. И градиент выглядит как нормальный градиент. Прекрасно, монитор теперь работает исправно, и изображение на нем выглядит натурально и без ряби, помех и прочего. Далее я его уже соберу в корпус, и он еще поработает. На мой взгляд, получился довольно интересный ремонт этого старичка. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Следите за новыми выпусками, подписывайтесь, прожимайте колокольчик и до новых встреч!